Всем привет! Сегодня с вами команда Альтер, наш высотомер и вот этот вот резервуар с водой из-под крана. Вы часто спрашиваете нас о влагозащищенности нашего устройства, и сейчас мы вам о ней немного расскажем. Параметры влагозащищенности высотомера Альтер соответствуют стандарту IP67. Это означает, что высотомер защищен от проникновения внутрь пыли, твердых предметов, а также конденсата и выдерживает кратковременное погружение в воду на глубину до 1 метра. Это обеспечивается за счет силиконовой прокладки внутри кнопки, силикона по периметру защитного стекла, а также резиновой вставки со стороны USB-разъема и небольшому диаметру отверстия для обмена воздухом с окружающей средой, за счет чего влага внутрь не попадает за счет капиллярного эффекта. Так, давайте перейдем, собственно, от слов к делу и посмотрим, что будет с высотомером, если мы погрузим его на несколько секунд в данную емкость. Так, ставим таймер и бросаем высотомер. Как вы можете заметить, пузырьков воздуха, выходящих наружу, не наблюдается. Это означает то, что воздух внутри запечатан, и влага внутрь не попадает ни капли. То есть, если вы участвуете в свуп-соревнованиях, прыгаете в плохую погоду и случайно искупаетесь или намочите высотомер, то ничего с ним не произойдет, просто быстро вылазьте из воды, просушиваете и можете идти прыгать дальше. Давайте уже достанем. Как вы видите, со стороны кнопки ничего внутрь не попало. Тут тоже все надежно защищено от воды. Всем спасибо за внимание. Приобретайте наши высотомеры, пишите комментарии, подписывайтесь, рассказывайте друзьям, задавайте вопросы, мы всегда рады на них ответить.